Волшебство своими руками. Конкурс-выставка под таким названием проходит на экспозиции этнокультурного центра. Предновогодняя выставка открылась 6 декабря. Свои работы представили 127 мастеров из 9 населенных пунктов региона. Вообще география обширна. Харутаха, Ривер, Каратайка, Индиго, Оксина, Великовисочная, Ома, Искатели и Наринмар. На экспозиции представлены игрушки, сделанные воспитанниками дошкольных учреждений и различных школ. Также участие принимали и взрослые мастера. Повторюсь, всего на конкурсе более сотни работ. Здесь представлены мягкие игрушки разных техник, разных материалов. И каждый раз убеждаешься при проведении таких вот выставок, что нет предела совершенству, нет предела творчеству. Лучшую работу и мастера определят по результатам народного голосования. Оно состоится 26 декабря, в день завершения экспозиции. Именно тогда конкурсное жюри назовет имя победителя.